Вот говорит, на 72 килограмм, третьи места поделили Малашенко Артема, Кудрясарян Найри. Вторым стал Галюрин Даниил, и первое место занял Ключкин Михаил. Весовая категория 78 килограмм, третьи места поделили Курицын Ярослав и Рогозов Руслан. Второе место занял Мазин Илья и первый Епифанов Матвей. Весовой категории до 84 килограмм, третьи места поделили Пятницын Александр и Кобзарь Артем. Вторым стал Мусалимов Даниил и первое место занял Абрамов Александр. Шамиль, а разницу помнишь первого отбора? 8 или 1? Весовая категория свыше 84 килограмм, третьи места поделили Тюриков Дмитрий, Монташан, Паков. Второе место занял Олег Турия, третьим стал Магомедов Шамиль. На этом всем спасибо, всем свободны.